Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская. Подписывайся на мой канал, если ты до сих пор еще не подписан. Ставь лайк, нажимай колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а сейчас я хотела бы поздравить всех мужчин и мальчиков с 23 февраля, с Днем Защитника Отечества. Всем вам передать огромный привет, а также напомнить, что тот подписчик, который в комментарии пишет хэштег «Королева мистики», автоматически попадает в мое видео. Так что быстрее опускайтесь в комментарии и пишите хэштег «Королева мистики» и какие-нибудь еще приятные комментарии, чтобы я их заметила. Ну а мы сегодня приступаем к вызову духа Smile Dog'а. Погнали! Итак, ребята, Smile Dog – собака-зомби, которая грызет все и вся на своем пути. Очень опасная тварь. Связываться с ней абсолютно не хочется, но мы сегодня это сделаем. Если вы готовы, лайк, подписка, и мы прямо сейчас будем начинать. Да, кстати, когда я ухожу в потусторонний мир, Дима уже не может видеть того, что вижу я, потому что я туда отправляюсь одна, но он может слышать, и для того, чтобы он слышал, что происходит со мной, у меня есть вот такие вот наушники, специальные, хакером запрограммированные на то, чтобы они работали. Ребята, это не шутки, мы уже все это проверяли, и именно звуки передаются через этот наушник. Один наушник я отдаю Диме, второй наушник мой. Также я с собой в потусторонний мир возьму вот этот фонарик, прикреплю его к себе на браслет. Это очень важно, потому что он помогает лучше видеть этих тварей, потому что они настолько полупрозрачны там, в том мире, что их очень трудно увидеть и заметить, ребята. Итак, ты готов? Да. Smile Dog, приди. Smile Dog, приди. Smile Dog, приди. Духи, призраки, откройте врата. Откройте мир потусторонний. Впустите Smile Dog'а. Я призываю собаку-зомби. Собака Smile. Улыбчивый пес. Улыбающаяся собака. Smile Dog, ответь мне. Ты здесь? Smile Dog, ответь мне. Ты здесь? Черт, блин. 2. Планшетка почему-то показала на 2. Что происходит? Я думаю, что кто-то есть. Если это не Smile Dog, то, возможно, это кто-то другой. Ребята, прямо сейчас я кладу руки на доску вызова духов и считаю до 10. Так я перемещаюсь из этого мира в другой. Дима останется здесь наблюдать за моим обычным мирским телом, а мое потустороннее астральное тело отправится на поиски твари, которая застряла между мирами, между миром живых и миром мертвых. Это и называется потусторонний мир. Дим, работает все? Ты да, меня слышишь? Да, да. Аппаратура работает, мы можем начинать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять.
10. Тут темно. Ирин, ты что-то видишь? Я ничего не вижу пока. Я здесь с вами, в этой комнате. Я здесь. Потусторонних звуков нет. Боже, здесь повсюду следы. Следы. Следы на полу. Что? Что еще ты видишь? Следы. Эта бешеная собака тут. Смайл Дог тут. Тут везде следы. И там, и здесь. Собачьи следы от собаки. Они в разные стороны. Я не знаю, куда мне идти. Я не знаю, куда мне идти. Я пойду пока в эту комнату. Здесь везде кровавые следы. Смайл Дог, ты здесь? Где? На полу. Куда? Куда они ведут? Сейчас я пойду в другую комнату. Следы уводят туда. Но они здесь повсюду. Кровавые следы Смайл Дога повсюду здесь. Ай! Свет! Яркий свет. Меня ослепило. Черт возьми, что это здесь? Следы ведут. Я вижу много кровавых следов. Еще я вижу какую-то... Я не знаю, что это. Здесь шприц. Из него течет какая-то жидкость. Боже. Мерзость. Тут что-то есть. Не знаю, но похоже на руки, ноги. Я слышу его. Что? Я слышала... Что происходит? Рычание собаки. Подожди. Смайл Дог, это ты? Смайл Дог. Боже. Он голодный. Хотел разодрать холодильник. И здесь следы. Смайл Дог! Дим, ты слышишь меня? Ты слышишь меня? Да, да, да. Я не вижу Смайл Дога, здесь повсюду кровь. Следы уходят к этой двери. Я слышу рычание. Собачье рычание. Смайл Дог! Это ты? Черт! Что это? Он откусил меня, слышишь? Дим, больно! Вытаскивай меня! Это чертова собака, Смайл Дог, он укусил меня! А, черт! 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 Где он? Смайл Дог! Убирайся вон, убирайся из моего дома. Дим, эта тварь... Нет! Убирайся!
вытаскивай меня, слышишь? Прием! Дим! Черт! Черт! Он еще придет! Дим, да черт возьми, где вы там все? Нет, он кусает меня! Он кусает меня! Верните меня обратно скорее! Вы слышите? Верните меня обратно! Дим, верни меня обратно! Дима! Дима, он кусает меня! Дима! Дима! Убирайся! Отпусти меня! Ирина! Ирина! Он кусает меня! Ирина, верни! Кусает! Кусает! Успокойся! Все, ты вернулась. Что произошло? Он выпрыгнул из комнаты и схватил меня за ногу. Ребята, Смайлдог очень опасен. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, и я прошу вас не забывать поставить лайк, подписаться на мой канал, обязательно подписаться на второй канал Есинская Пэтс, и до встречи в новых мистических видео. Пока!